У Оленя Косковенков существовали различные способы концентрирования выловленной рыбы. Например, для приготовления юколы или производства сушки и вялки мелкой рыбы использовались различные сооружения и предметы. Вот перед вами конструкция, так называемая аргымас, которая используется для приготовления юколы. Можно здесь вешать уже рыбу, заготовленные рыбы для вялки, вот на этих вешалах. А для вялки и сушки мелкой рыбы использовали вот так называемое деревянное решето, сетку, которая изготовляется из лиственничек в четырехгранных планах или прутьев и связывается по несколько рядов с просветом. Через эту сетку или решето проходит в воздух свободно, и здесь можно произвести вот веление мелкой рыбы или устроить дымокур. Это таким образом может коптить на этом приспособлении из этих деревянных прутьев, связанных с сухожильными нитками, с форсветом. Обезбуживание и консервирование было необходимостью, чтобы дольше сохранить вот выловленную и добытую рыбу.